Казахстан играет важную роль в развитии региональной системы электронной коммерции, а также в наращивании международной и региональной торговли. Об этом в интервью нашему каналу на полях 12-й министерской конференции ВТО в Женеве заявила старший эксперт по электронной коммерции Международного торгового центра Аннабель Сайкс. Она отметила, что Казахстан может делиться историями успеха развития предприятий МСБ по совершенно новому направлению международной торговли электронной коммерции. Ее экосистема высоко развита в нашей стране. На рынке присутствуют провайдеры услуг и новых платежных решений. Есть также собственные сильные маркетплейсы, подчеркнула Аннабель Сайкс. Проект Ready for Trade Central Asia финансируется ЕС и реализуется в 5 странах Центральной Азии. В проекте участвуют около 40 казахстанских компаний малого и среднего бизнеса. Они получают знания по стратегии онлайн-продаж, позиционированию, созданию контента, цифровому маркетингу и продвижению своих продуктов в условиях постпандемии. Это представители швейного и ремесленного секторов, производители продуктов питания. Все они учатся работать на новых рынках ЕС и США. В Казахстане высоко развита экосистема электронной торговли, на рынке присутствуют провайдеры услуг и новых платежных решений. Есть и собственные сильные маркетплейсы.